Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Вітаю вас. Дякую. Ви такий уважаємий чоловік. Я думаю, Україна давно. Я нічого не прошу, я не дуже вважаю цей договір. Україна... 10 минут. Это мне надо было сначала сидеть, а потом оформлять за 10 минут. Конечно, это соглашение все мы знаем, что будем против на выставке. Это очевидно. А какая другая альтернатива Украины? Даже Украина могла присутствие министра внутренних дел, прокурора сказать. Сегодня разговаривала с мамой, они живут в Станично-Луганском районе, и моя мама мне сказала, если ты его сегодня, дочка, не обнимешь, то больше мне не звони. Спасибо.